Заграничной звезде предоставили особняк на Рублевке, куда 66-летний Стивен перебрался с женой и сыном. Летом он зарегистрировал компанию, планировал развивать боевые искусства, а также снимать фильмы и выпускать музыкальные альбомы. Но, похоже, бизнес не задался, и актер решил перебраться на новое место. Сигал подался в более теплые края, выбрав местом дислокации Краснодарский край, рассказали Стархиту в окружении Стивена. Там и зима не так чувствуется, все-таки ему привычнее более теплый климат. Причем решение артиста стало настоящим сюрпризом для администрации. Он позвонил заместителю губернатора и буквально поставил перед фактом, мол, собираю чемоданы, только предоставьте жилье. Отказать знаменитости, естественно, никто не решился. Мы, правда, занимаемся вопросом переезда Стивена, рассказали Стархиту в корпорации развития Краснодарского края. Объявим об этом 14-15 февраля на форуме в Сочи. Планируется, что Сигал откроет здесь бизнес, связанный с производством вина и других напитков. А также будет вовлечен в развитие киноиндустрии в нашем регионе. Актеру предоставят дом. Пока рассматриваются два варианта, где он будет находиться, Краснодар и Геленджик.